И снова здравствуйте, и снова мы для вас единственные про IKEA в IKEA. Себя не похвалишь, везде как оплёвано. На самом деле Дим прав. Кто первый раз попал на наш канал, а кто постоянно смотрит, наверное, заметили, что мы изменили приветствие. Почему? Потому что у многих возникает вопрос, кто мы, что мы, вообще на каком основании мы рассказываем про IKEA с таким наглым видом и так много знаем. Ребят, мы действующая служба доставки в городе Саранск, находимся мы на Большевицкой, 85, поэтому кто из Саранска, welcome, обращайтесь. 11 лет без малого мы возим IKEA в наш город, поэтому знаем про нее очень-очень много, порой даже больше, чем сотрудники в некоторых магазинах. Но в Нижнем, в нашем любимом магазине, сотрудники знают тоже очень много, поэтому обращайтесь за консультацией. А сейчас мы находимся в отделе кухни, и наконец-то мы дожали обзор по смесителям. Будем работать следующим образом. Дима сейчас расскажет про все технические моменты, потому что в этом силен он, все-таки не моя ипостасия, а я вам расскажу уже про визуал и про отзывы клиентов. Угу. И как часто, и какие... Ломаются. А они не ломаются. Сразу забегу вперед немножечко, они не ломаются. Один. Кроме одной серии. Да. Нет, там пока нам не дают. А там вон свободно? Я бы хотел сначала начать. Где Лаган? Ну, вообще, да, кухню снимать сложно. Потому всегда что очень много народу. Да, очень много народу, поэтому пока вот как-то у нас так. Ну, сейчас мы дождемся и включимся. Хорошо. Итак, мы дождались, когда освободят выставку. Начнем с самого начала. Лаганчик. Такой все дома. Все смесители рассчитано на максимальное давление 10 атмосфер. Это бар. Пускай будет бар. Рекомендуемое давление для всех смесителей от 1 до 5 баров. Ну, протестируем до 10. В принципе, они должны быть с таким запасом прочности все долговечные, как жизнь моя. Не менее 30 лет. Ну вот. Кроме Лагана. Все смесители. Лаган, вот, кстати, покажи его сразу. Потому что Лаган... Кроме Лагана. Кроме вот этого. Они два, да? Два вот. Два смесителя. Лаган и Суцвик. Нет, Суцвик уже 10 лет гарантии. Вот. Кроме Лагана. Могу ответственно заявить. Краны очень-очень-очень, еще раз очень, в кубе долгоиграющие. Кроме одного я расскажу. Вы не дождетесь того... В 99%, что он у вас потекет или сломается. Но если у вас данный курьез произошел, все краны, смеситель краны, да, они все разбираются. Можно просто вынуть картридж, почистить его и обратно вот вставить. Картриджи используются с знаменитой фирмы Гроха и, по-моему, Киви, ну что-то такое, Киви, ну что-то в этом духе. А что это значит? Что это очень хорошее качество, качество, которое не ломается. Лаган... Как блюм у петли? У кого? Как блюм у петель. Петли блюм, самые известные в мире, самые качественные, которые используют. Ну, пусть петли. Будет так. Лаган, к сожалению, использует другой картридж и другие материалы. Поэтому Лаган, он и гарантия, и гарантия у него сокращенная не 10 лет, да? 2 года. Ну, если такой случай произошел, ну, очень легко поменять картридж. Картридж меняется у всех очень просто. Допустим, давайте на примере Лагана, да? Вот эту часть мы снимаем пробочку, вот так отковыривается, и шестигранником мы откручиваем фиксатор и снимаем вот этот колпачок, да? И откручиваем вот этот барабанчик. Ну, у кого-то, может быть, она большая, у кого-то маленькая такая шайбочка. И тем самым мы добираемся до картриджа и меняем на новый. Но в большинстве случаев достаточно их просто продуть, но в обратную сторону прочистить, потому что бывает иногда может попасться камень или что-то иное. Если у вас, опять же, потек у хорошего, да? Долгоиграющего. Долгоиграющего, но это опять уже 99,9%, что у вас, допустим, вот отсюда потекла вода. Это... с вероятностью опять до 100% виноват картридж. Если потекла вода отсюда, то уже 50 на 50. Правильно. Или уплотнительное кольцо между картриджем, находящимся вот тут, или же сам картридж, который до конца не закрывается. А не закрывается из-за того, что вода идет с грязью, ржавчиной и прочим. Как в нашем регионе, вода очень фторированная.
И китайские смесители, ну, как бумажки горят у всех. Почему все боятся вот, покупать смесители? Потому что все научены горьким опытом. Что быстро дохнут. Нет, покупать китайское говно, честно говоря, где китайское говно все ровно служит не больше 2 лет. Сам пример могу привести. У матери сколько раз покупали, я не знаю, где она их брала вообще, в каком гараже покупала, но 2 года все, они текут, и не то, что текут, они ржавеют изнутри. Вот все, проблема, да. Ну да, можно картридж поменять, но он изнутри уже сгнил. С икеевскими смесителями я вот своей, наверное, можно большой ответственностью и гордостью сказать, что можно брать все. Даже Лаган. Лаган у нас дома. На кухне 7 лет. Лаган у нас в деревне. 5 лет. В деревне вода жесткая с песком. Потому что она идет из скважины. Давайте немножко поменяю картиночку. Она идет из скважины. Из скважины вода, но немножко с песком. Лаган выдерживает. Уже какой? 6-й год пошел? Да, 6-й. Он работает как новый, не текет, ничего. Дед хотя ни разу ничего не менял. Хотя заявлена гарантия. Дима, можно я тебя поспрашиваю? Подожди, я не закончил. Дайте мне хоть раз провести обзор по-человечески. Ну да. Вот на примере, давайте продолжим. У нас стоит смеситель икеевский, и вы хотите встроить вот такой, для жидкого мыла. Хорошо. Есть штуки, краники для чистой воды. Потому что многие сейчас начинают уже в современном мире покупать фильтра. И через проточную воду, прогоняя воду через фильтра, пить уже из-под крана. Не покупают эти 5-литровки и мучаясь каждый раз, ходя в магазин. Икея придумал для нас. Ну, это не новое, это просто удобно. Вот такую приблуду. Я покажу это схематически, как это... Вырезается, да. Это специальная штука, которая предназначена для выреза отверстий под смеситель. Потому что если вы не хотите на кухне покупать раковину IKEA, есть многие раковины на рынке, продаются они без дырки. Аккуратно самому вы не высверлите ее. Можно я смешу? Да, конечно. Вот. И при помощи этой приблуды вы можете установить, если у вас нет вот в этой раковине ни одной дырки, как тут, тут и тут, при помощи, это называется, некоторые говорят, это просекатель. А вообще это фикса, набор 2 инструментов, фрезак для проделывания отверстий. Вот. А по-моему, это фреза. Некоторые говорят, просекатель. И последний момент, самое главное, дальше у нас уже Татьяна будет уже рулить процессом. Раньше икеевские смесители шли с резьбой 3/8. Маленькая резьба. Это имеется в виду. Так, если есть у нас, нет. Тут нету, давайте мы вас... Нету. Я же видел, где-то. Вот, нашел. Раньше шли шланги, подводка, с резьбой, вот с объемом 3/8. Сейчас большинство идет уже на российский стандарт 1,2. Но я не ручаюсь за все смесители. Но если данный курьез произошел, и у вас подводка 3/8, Leroy Merlin, обе, покупайте. Это, как не знаю, бочонок называется, или переходник, как вам удобно, с 3/8 на 1/2. То есть проблема решаема. Да, раньше это было новое. Сейчас это решаемо. Часто классикой уже стало. Фух ты. Все рассказал. Аж вспотел. Молодец. А теперь погнали красивое смотреть. Так. Начали мы не сначала. Так, ребят. Вот единственный минус, вот я что для себя отметил, у икеевских кранов. Смеситель кранов. Что же, как по-деревенски-то все? Хоть как называй. Закрытое положение у всех вот такое. Желательно. Вот именно, чтобы смотрел наверх. И нужно для того, чтобы включить воду, обязательно перевести ее в среднее положение и включить воду. Тогда будет теплая вода. Потому что чисто горячий тут, чисто холодный тут. А понимаешь? Под серединку. Да. Вот в обычных, вот в обычном смеситель, да, вот который вот. В такой форме. Просто поднимаешь наверх. Ну, все, да. Достаточно, у тебя теплая вода пошла вниз. Да, и закрыл. Для того, чтобы тут пошла именно теплая вода. Вот такой. Покажи самую форму смесителя. Ну, тут не важно, какая форма смесителя. Блатнючий. Это не важно. Я имею в виду вот, что вот это вот
Вот, смотрите, они все должны в открытом положении, ну, желательно, рекомендуемо. Идеал. Да, в таком положении. И чтобы получить среднюю воду, нужно под 45 градусов и от себя. Ну, я думаю, это дело привычки. Ну да, просто привыкнуть. Все, погнали смотреть. Да? А можно еще что-нибудь скажи? Можно, скажи. Ладно, я в конце. Хорошо, давай. Элмарен. Смеситель кухонный, цвет нержавеющая сталь. Гарантия 10 лет. Стоит 5000 рублей ровно. Сорвался, как понос, да? Латунь. Хромированный. Значит, как уже Дима сказал, да, про верхний рычаг Дима все рассказал. Имейте в виду, запоминайте. Здесь просто стандартный кран. Еще имейте в виду, у всех икеевских смесителей, Дим, можешь подлезть? Аэрозатор или как там? Вот, да, вот это вот сеточка. И ни давай, в коем попробуем. Случае нельзя терять ключик от нее. Почему? Потому что если вы потеряли ключик, а сеточку нужно периодически снимать и чистить, и у вас может произойти поломочка. Вот. И IKEA эти ключики отдельно не продает, только в комплекте со смесителями. Имейте это, пожалуйста, в виду. А дальше хромированный Nivaten, гарантия 10 лет, тоже 4500. В принципе, ну да, разница есть. Здесь такая вот нога, здесь он полностью вытянутый, как будто бы колба. Так, дальше, следующий. 23 тысячи. Иншон. Что же в нем такого за 23 тысячи-то? Функция смесителя «Холодный старт». Позволяет избежать ненужного нагревания и сократить расход энергии на 30%. Угу. Поток воды автоматически останавливается через 10 секунд, если сенсор не определяет никакого движения. Ого. Опа. Поэтому и стоит. 23 тысячи рублей. Смотри, какой прикольный, красивенький. Ну, добавлю вот. Я... Ну, может, я повторюсь, наверное? Ну, давай. Выбирайте, какой вам просто понравился. Все, все хорошие. Так, Vimmer. А значит, здесь у нас душек. Ну, я бы вот этот душек рекомендовал бы в паре с обычным смесителем. С обычным смесителем. Этот удобен для мойки. А то, чтобы наливать, я бы другой маленький пришпандорил бы. Смеситель предназначен для водопроводных систем с высоким давлением. Ну, здесь уже, да, и стилистика. Ну, у нас в среднем 2-3. 2-3, бара. Да? А здесь максимально под давлением 10 бар. Ну, максимальный тон у всех проверенный. А рекомендуемое давление там другое должно быть. Так, дальше знаю, едем. Латунь хромированный 6500 U-Tran. Гарантия 10 лет, выдвижной носик. Вот, вот это вот самое вот. Ой, боже мой, какая удобная штука. Вот очень это, удобно. Ну, это повыгоднее будет, чем вот это стоящий, да? Да, 6500. И небольшой, кстати, аккуратненький. Так, дальше Иншон. Очень похож на тот, который за 20... А, он и есть тоже Иншон, только тот с сенсором. Это без сенсора. Короче, если вам сенсор не нужен, можно сэкономить. А еще здесь есть вот такой шланг. Да, язык показываю. 7 тысяч стоит. Так, дальше идем. Элмарен. Тоже с носиком. Длинненький такой носик, ну, удобно. 8 тысяч. Про эту часть уже Дима рассказал, повторяться не будем. Так. Ну, раз мы остановились на железной, чтобы я дальше не мешал тебе, то сделал лох. Давайте, пожалуйста. Смеситель IKEA, киевский, еще отличается удобством монтажа при любом раскладе. Ее даже можно смонтировать в самом неудобном месте. Смеситель. И плюс он идет треугольный, пластиковый, можно сказать, уплотнитель, чтобы он не выдирал железку. Вот смотрите, вот. Вот здесь вот. Да, она плотностью прилегает к железу, а железо оно тоненькое у раковины. Здесь и оно не дает под... Нет, не подлезь. плотную фиксацию, что у китайских... Ну я это на графике покажу, такое треугольное пластиковое уплотнительное кольцо. Так, вот смотри, U-Tran такой же, только без носика, да, просто обычный классический нос, уже 4500. В принципе, разница 2000, я лучше с длинным носом куплю.
Эцвик, кстати, очень популярный у нас в Саранске. 4000 он стоит, хромированный, два таких стандартных лучка. Ванны даже часто такие выбирают. Это полуоборотики 90 градусов, и также меняются картриджи. Вот. Они картриджи маленькие уже, они уже вот тут две штучки находятся. Так, этот мы показывали там, давай вот так покажем. Boss Shawn. Интересный он, единственный, у кого регулятор вот здесь наверху, к нему нужно привыкнуть. Соответственно, здесь тоже ничего не достает, 6000 рублей он стоит. Ну, это минимализм. Самый-самый. Прям совсем. Минимальнее уж некуда. А вообще похож на человечка, который как будто бы куда-то смотрит своим любопытным носом. А так, мне кажется, кстати, он удобнее. Он тебе, во-первых, ближе рукоятка управления водой. Не надо тянуться. Да. Так, дальше. Тольсшон. Сейчас 2000 скидка, 10 лет гарантии. Давай разбираться, за что денег просят. Так. Отсюда уже ничего не достается, просто гибкий шланг. Можно так, а можно вот так. Так. Инструмент. Экономящий воду и энергию, аэратор для систем с высоким давлением прилагается. Есть смеситель IKEA, можно монтаж осуществлять без лишних инструментов. Все идет в комплекте. Да? Да. Удобно. Никаких ключей, отверток не потребуется. Допики не нужны. Да. Так, вот самый бюджетный сейчас Лаган, на него гарантия 2 года. Самый примитивный у нас живет на кухне, жив, здравствует. Мне кажется, Дима его даже ни разу не чистил, ничего с ним не делал. Вообще ни разу. Хотя у нас вода в районе рефторированная, да. Плохая. Вот по нему брака не было, кстати, ни разу. Вот единственный смеситель за наши почти 11 лет работы. Судсвик. Подвинь его туда, чтобы гусек был видно. Вон, да. Вот. Стоит он 2500, но вот у клиентки два раза протекал. Но вообще у меня подозрение, что оставил не муж, ставил слесарь-сантехник из ЖЭКа, ну, как будто бы как-то не так поставили, потому что два раза попадание в одни ворота как-то странно для икеевских смесителей. Поэтому это тоже момент надо учитывать. Дальше. Иншон. Мы, по-моему, уже смотрели такой. Да, что-то он несколько раз, у них миллион раз представлен. А, дальше смотри. Стиль индустриальный. Давно он появился, кстати, тоже хорошо себя зарекомендовал. А, тоже полуоборотик. Вот это я про него информацию не знаю. Полуоборотики. 90 градусов, так да, же, да. Все, ага, все полуоборотики. 8000. Красивый, металлический. Без каких-либо дополнительных приблуд. Кстати, тоже для систем с высоким давлением. Так, Глитран. Это очень любит к кухне в стиле Прованс, либо классика. Они в трех цветах представлены. Черный стоит у нас 7000. Хромированный стоит 6000. И золотой, такой никелированный, желтый медь стоит тоже 7000. Разница только в дизайне. Ну и, соответственно, в цветовом исполнении. Дизайн одинаковый, цветовое исполнение. По 7000 рублей они. Видите, сколько Дима вам дал цены, полезной информации. Дима, я на самом деле столько, сколько ты знаешь, не знаю. Поэтому очень ценно, что собрал все это в кучу, всеми знаниями поделился. Элмарен. Мы смотрели с тобой за 8 тысяч с хвостиком. Это без хвостика. То есть понимаете, что у многих икеевских смесителей кухонных есть возможность купить с хвостиком выдвижным, либо без хвостика. Вот еще тоже очень хороший минималистичный смеситель. 4 тысячи. Глюпен под нержавеющую сталь. Гарантия 10 лет. Никаких вот лишних телодвижений. И, наверное, все. Давай мы, раз тема у нас смесители, связано все это с водой. Ну? Давай еще раз мы покажем сифон. А, давай, потому пусть что... Пусть он как бы это все-таки относится к этому. А он к нему их, потому что соединять-то чем? Да. Дим, расскажи про сифоны, потому что они на самом деле очень достойные. Ну, ты как бы тоже, наверное... Да, ну, я... давайте вот, давайте по рисунку. Лильвикин. Покажем. Чем он удобен, данный сифон, их от вообще, других? Их вообще два вида. Да. Есть подобное в Леруа Мерлен, раз нам Татьяна Павловна разрешила говорить конкуренцию. Да ради бога. Хотя конкуренции у нас нет. Ну, ладно тебе. И обе. Есть похожие, да, соглашусь, они есть в продаже похожие сифоны, но они не такие. Они не имеют такие сифоны, вот, допустим, для двойной, ну, для двойной раковины. Ладно, не будем. Для двойной это как бы братья-близнецы. Там, в принципе, да, то же самое. Покажем все. Сейчас я попробую настроиться поудобнее, потому что иногда у меня камера улетает. А может быть мы переместим... А, нет, у нас света дополнительно с собой нет сегодня. Нет.
Вот эта штука очень удобная для обслуживания сифона. Если у вас он засорился, вам легко его обслуживать. Вычистили грязь, закрыли. Он у вас как новый. Ключик вот тут должен быть желтенький. Всегда в комплекте ищите. Тут должен желтенький ключ. Но если нет ключа, можно вручную открутить. Вот. Это несложно. Сифон регулируется как? По вылету. Не знаю, где это там. Тут все пришурупили. Помочь? Ну, сейчас я покажу на другом примере. Регулируется по вылету. Вот. Часть вот эта коленка телескопическая, она выходит. Также она регулируется по высоте. Также можно ее регулировать. Высота. Вот она, вторая коленка. Также присутствует уже, можно сказать, завода. Заглушка. Для стиральной машины. Очень удобная подводка. Это она уже на слив. Ну как, уже в вонючую даль выход. С креплением к стене. В общем, сифоны достойные, с хорошей гарантией. И на самом деле не ломались, ребят, ни разу. Сейчас вернем камеру на место. Просто другие сифоны, не вот этих других торговых, ну, торговой марки, магазины. Ну, неважно. Да, не могут похвалиться вот этой частью. Вот этой частью разбежной. Или регулировка. А так, в принципе, радиус примерно такой же, слив такой же. Вот этот петка, где перебор. Вода идет, он через это идет. Вот так. Настоятельно рекомендую вам приобретать, хоть он и стоит не 30 рублей, как мы привыкли покупать классические сифоны. Кусочек, да? Такой, да? Да, за 100 рублей китайские, что-то непонятное. Нет, ну смотри, он стоит 1100, двойной стоит 1900 на две раковины. Я считаю, ценник очень адекватный. У нас, кстати, в Саратове очень много мебельщиков, которые занимаются кухнями, они покупают раковины, смесители и сифоны у нас, предлагают клиентам только уже за другую денежку. Все. Как мужчина, рекомендую вам вот покупать, даже если вы мебель кухонную приобрели в другом магазине. Да. Сифон могу рекомендовать смело подобрать икеевский. Не текет, долговечный. И обслуживаемый, главное. Удобно обслуживаемый. Без заморочек. А вот обычный классический сифон, как покажу я на картинке, вы пока полностью не обговняетесь, и вы его не почистите. Вот честно так, из-за того, что у нас дома классический, вот я каюсь, но когда будем менять кухню, я обязательно куплю вот это. А пока у нас классические сифоны с этой грушей. Пока ты не обговняешься полностью, все руки, и все вокруг, и весь низ, да, и вокруг, ты его не почистишь. Ну и итог. Стандартный наш. Да. Обязательно оставляйте свои комментарии. Делитесь, пожалуйста, у кого какие смесители. Нам очень интересно выявить самые популярные смесители среди наших подписчиков. А может быть, и не икеевские они у вас? Я думаю, если кухня икеевская, значит, икеевский смеситель. Скорее всего. Нам очень интересно знать, чем какой же смеситель является самым популярным. Потому что мы, работая в сфере доставки Икеи, так и не могли узнать самый популярный смеситель. Потому что покупают все. Не, согласен, популярный Лаган, он потому что дешевый. А вот то, что из дорогой серии, который гарантии 10 лет, нет такого. В общем, манипуляции стандартные. Про комментарии Дима сказал. Лайк, подписка. Кого мы бесим, ставьте дизлайк, мы не обижаемся. Ну и все, мы погнали дальше. А вы пишите комментарии. Пока.